А вот это вот было, то, о чем я сейчас буду петь, было давно. Тогда все было по-другому. Соответственно, было и другое отношение, и другое настроение. Недавно мне случилось откровение, в буквальном смысле истину познал. Нет, это был не сон и не видение, мне просто человек один сказал. И посвященным став, хоть и халявно, я вдруг узнал не менее того, что летчиков авиации не главное, что можно обойтись и без него. Сейчас такое время важный фактор, его не выбросить через плечо. Куда главней кондуктор и редактор, еще бухгалтер, менеджер и еще. И коммерсант, хозяин полноправный, он углубляет все и вдаль, и вширь. А летчик в авиации не главный, здесь в авиакомпании Сибирь. И сразу стало многое понятно, что прежде тщетно силился понять. Особенно касательно зарплаты, которой не хватает на пожрать. А также почему вполне исправно нас унижают все, кому не лень. Ведь летчик в авиации не главный, такая вот, простите, хренадень. Я скоро 20 лет как за штурвалом, а многие и более того. И в нашей жизни многое бывало, и только не припомню одного. Не видел сам за столько лет работы, и не рассказывали мне друзья, чтобы без нас летали самолеты, куда-то пассажиров отвозя. Конечно, мы рабочие лошадки, ну и коню понятно, может быть, что на дощак пахать совсем не сладко, и что лошадку надо бы кормить. А летчика, наверное, и подавно, чтобы штурвал послушен был в руке. Пусть летчик в авиации не главный, как, впрочем, и корова в молоке. Умница! Спасибо.